Итак, я сегодня охотник, а ты спидранер. Ты это понял? Понял. Ты должен бежать Да. туда и добывать древесину. Беги. И вот туда. Короче, всем И вот привет, туда, дорогие обязательно. друзья, с вами Крипер, это Ебляшка. Короче, сегодня мы будем играть в спидранер против охотника. Он охотник, я спидранер. Кстати, да, да. И какого там хрена? Вместо Е будет я. Да, я не понимаю, почему у меня слетает микрофон, ну ладно, я его поближе сделал, пофиг. Да, подумаешь. Ну ты у меня вообще жестко лагаешь. Ой, ты уже идешь. Доброе утро, куда вы бежите, мадемуазель? Так, можно, пожалуйста, за мной не ходить? Я тут скрафчу себе топор и убью тебя. О, как повезло, повезло. Так, не понял, что там? Что там повезло? Да ничего, ничего. Все очень хорошо. Так, там мог быть золотой топорик, либо кирочка. Кирочка, кирочка, кирочка. Доброе утро. Мама пришла. Ой, мама пришла. Да. Кстати, у меня большой интересный вопрос, почему у меня... так, все, важно. Это закончилось. Кстати, у меня было мало хп, поэтому это нормально. Так, я тогда свалю куда-нибудь. Мне бы сначала понять, где ты находишься, но не суть-то важно. Ну да, это не важно. Да и знать тебе не надо, в принципе. Я просто пойду куда-нибудь и все, и да. Кстати, у меня изначально была такая идея, что я установлю читы, и тебе это не скажу, но по итогу не получилось. Я не знаю, у меня тоже сначала была идея, типа, просто взять сразу же рядом с тобой срубить дерево, скрафтить себе топор и убить тебя. Но в результате я ушел от тебя куда-то подальше и потом только убил. А еще я хочу есть. Скажу так, изменим в PvP, очень плохой. Я, знаешь, как играю в этот... Бедварс очень плохо. Там меня убивает каждый первый. Из меня PvP-шер нормальный в Бедварсе. То есть на записи это ладно, потому что там лагать, там вообще неудобно играть. А вообще из меня PvP-шер типа нормальный на Бедварсе, потому что там надо, можно кликать по 100 раз. А вот если так, то... то тут перезарядка. Так, я тебя спрашивать в раз, наверное, 10 минут твои координаты. Давай реально, кстати, поставим этот... Таймер, наверное, на какие-нибудь реально 10 минут, иначе, типа, фигово будет тебе. В пустыне, вот так скажу, спрошу. Я был в пустыне. Ты в болоте? Я в болоте. Я был. В смысле, ты в болоте? Я был в пустыне, ты типа, болот, но ты я. Ты болото вставание не путаешь. Ты вернулся. Я реально в болоте. Ну я тебе так дам подсказку. Я пока себе не добуду еды, я не уйду в этот. Шахту. И в шахту собрался идти, что? Лично тебе надо сейчас просто добыть 3 куска железа и все. Ну, понимаешь, эти 3 куска железа еще добыть надо. Ай! Ай! Походу ты сейчас победишь! Сколько тебе? Так, не надо меня бить, пожалуйста. Скелет. Походу я сейчас опять сдохну. Скелет не надо, пойми. Я тебе не враг, пожалуйста. У нас с ними одинаковая цель, знаешь, убить тебя. Вот ночь это самая плохая вещь, потому что я сейчас вообще просто ничего сделать не смогу. Потому что еда не спавнится. Ни еды, ничего нету. Да, еда не спавнится. Еда не спавнится. Ну, ходячая еда, чё. Просто проблема-то в том, что ты-то можешь помирать 100 хоть раз, хоть 1000, вообще пофиг. А я могу помирать только один раз. Я тоже в болоте, бойся меня, бойся. Свинья! Я свинью нашел. То есть ты до сих пор думаешь, что я в болоте? Ай, нет, нет, стоп, полсердечка. Я близко к тебе. У меня полсердечка, я так скажу. Твой спидран скоро закончится! Тут найти бы тебя. Пол сердечка это очень плохо, потому что я еще и бегать практически не могу, у меня еды нету. А, хотя есть. Есть маленькая другая проблема. Ладно, вообще я могу спрятаться. Сейчас я тебе еще должен буду координаты говорить, и это очень плохо. Потому что осталось 20 секунд. Поэтому у меня побыстрее. А. Ну, я не уверен, что ты до меня теперь быстро дойдешь, слушай. Я помню, где я нахожусь сейчас, по-моему, я не знаю, я до спавна вообще, в принципе, я от спавна, ну, бежал не так далеко. Я же еще обратно возвращался, нет. Это тоже, кстати. А, хрена у меня.
Я такой громкий сейчас этот, пошел. таймер. Короче, мои координаты 490-48. 490-48? Это в какой-то да. заднице, дядя? О, еда, ребятки, я скрафтил еду. Скрафтил? Что? Что? Скрафтил еду. То есть я скрафтил еду. Ладно, у меня да, много я вопросов. Скрафтил. У меня, у меня достаточно много вопросов. У меня, понимаешь, у меня, короче, читы на крафт еды. Понимаешь, мне вообще кажется, еще что, один. Типа, мне надо вернуться к тому порталу. Это тоже тебе такая подсказка, потому что мне кажется, тебе и так сложно то, что... Хотя мне кажется, мне сложнее, сложно. У меня проблемы с ночью. У меня тоже проблема с ночью. Нет, мне все же подсказывает, что ночь идет 12 минут или 15, потому что... Ну смотри, получается, минуты 5 уже прошло. Даже уже прошло 7-8 минут прошло уже. Ночи. А, слушай, уже рассвет, все, сейчас будет. Ну, получается, минут 9. Короче, 0, минут 8, нет, 8, 9, 10 максимум. К порталу будешь возвращаться, но я думаю, это как-то тебе бесполезно. А я не помню, где этот портал. У меня с памятью все плохо, походу. Он слева от тебя. А, это ты мне специально подсказываешь, чтоб я к тебе пришел, да? Да. Нет. Слушай, я в целом сейчас занят другими вещами, наподобие добычи камня. Камушек. Не знаешь, я тебе про то, что сказал, что мне в шахту надо, это потому что, ну как бы, как я без шахты, по-твоему? Ну, вот смотри, ты можешь себе, например, добыть железный сет. И вот как я тебя убью? Всякие лазейки. Ну да, я могу сделать ловушку, но я не очень умею делать ловушки, типа. Я думаю, это как-то бесполезно. Знаешь, что я понял? Потому что я не знаю, куда идти. Я нахожусь в жопе какой-то. Ну и хорошо, что ты не знаешь, куда идти. Нет, вообще, если был бы компас, тебе бы было легче, конечно, да. Гораздо, кстати. Ты бы мог хоть остановиться на одном месте, а потом просто начать меня искать, потому что я бы тоже остановился когда-нибудь, так точно. Мне же надо там что-то переплавить, например. Останавливаться, короче, придется. Типа, я болото нашел, но здесь портала не вижу. Вот в чем проблема. Так, блин, я уже давно от болота ушел, чтоб ты понимал. Я очень далеко. Я тебе так скажу, я ты уже... Я до зимних гор дошел, алё. Где ты? Там сам не сдохнет. На меня тут нападают всякие. Мне понять, куда мне идти. Как минимум, я не знаю, где ты. И походу, я в этой ситуации уже проиграл. Эй. Один сразу за секунду. По-моему, у тебя 100% есть на то, что ты выиграешь в этом спидкрафте. А, я тебе больше скажу, меня сейчас, на меня сейчас два скелета просто напали. Ух, крипер! Так, крипер дерется с крипером. В каком ты биоме? Меня интересует, в каком ты биоме. Ты когда-нибудь видел, чтоб крипер с крипером дрался? У меня много вопросов, но сегодня я видел. О, повезло так как, ой, как повезло. Так, у меня много вопросов, и вопросов достаточно много. Ну, я тебе так скажу, это не какое-то строение. Алмазы? Нет, не алмазы, тебе подшивка пришла. Ну, хотя... А ты мог их найти, типа, у тебя тебя нет. А, ну да, точно. Тоже ачивка бы пришла. Ну да, тогда ты умнее, чем я. Ты поводу чего? Это шутка, если что. Была бы такая ачивка, знаешь, типа этот, добудь сотню раз каменную кирку, ты бы ее точно выполнил, да? Да, зато у меня уголь есть. Ну, поделись. Я не знаю, где ты начнем с этого. Ну, скоро узнаешь, потому что я тебе скоро скажу... Мне жопа, мне жопа, мне жопа, мне жопа, мне жопа, мне жопа, мне жопа. Там ты там маленький зомби на курятине. Вообще, я тебе могу сказать такую подсказку, ты можешь брать с собой кровать и ставить себе, типа,
точку возрождения. Я эту подсказку знаю. Ну, вдруг забыл там, я не знаю. Как все знают. Так! Так, стоп! Так, ладно. Тебе координаты свои. Координаты мои, значит, 383-346. Хотя я могу, слушай... 383? 383? Я его вообще не в ту сторону вижу. Я вот так буду тебе их посылать. Нет, это плюс. Ну я вообще не в ту сторону шел. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Я нахожусь в 300 блоков от тебя. А это еще лучше. А еще лучше сейчас будет. Не, уже не 300. Так. Походу, спидранер станет сейчас я, а ты будешь охотник. Ну и, ребятки, мы вот так вот приоделись. Так, меня больше интересует, насколько сильно. Ну, не сильно, не до конца, сразу говорю. Просто я тебя типа не вижу. А, спи, моя радость сняла, ну окей. А слушай, а может я себе сейчас... А, не, я себе не сделаю кровать. Я просто подумал, что я себе сделаю кровать, мы там затимимся на пару секунд, там поспим. Нет, ты жопа! Мне вообще, в принципе, не везет, я пытаюсь что-то найти, но я не могу ничего найти. Да блин, я в горах просто бегаю, серьезно, я с горы на гору перескакиваю. Тут везде горы, горы и горы. Можно без гор? Ну, хорошо, что мы хоть не на 17-й верх, точнее, не на 18-й. Ну, это да. Потому что там вообще дофига гор было бы. И у меня мак... Ты сейчас... Во-во-во, у меня кроватка есть. Ты сейчас за меня сказал? Просто ты понимаешь, ты сейчас такой... И у меня такой на меня крипер упал. Понимаешь. Впадение какое. Куй и железо. А может не куй? Блин, я привык играть с картой, где я вижу, где я уже прогрузил что-то. Где я уже был. Я же типа не спидранер, я летсплейщик. Я не против, если бы у меня было теперь место, где... И меня радость все. Наконец-то я нашел, реально... Я просто уже, мне надоело ходить по этим горам, и я нашел что-то другое. Лес, лес, темно дуба. Ай, ё-моё. Так, я высоко принять тебя, потому что я понимаю, что мы близко. Равнина! Ура! Что ты замолчал? Ничего. Что? Что? Что ты замолчал? Не молчи. Я не молчал. Меня. Все хорошо. Замолчал. Точнее, все плохо очень. Например? Ну, просто плохо, вот, да. Чего плохого, то что ты нашел равнину? Да, не знаю. Ты нашел деревню, да? Нет. Что такое деревня? Все очень плохо. Ну все, все закончилось. Как бы тебе сказать, все. Все закончилось. Ты меня штешь. У меня таймер вовремя прозвенел, конечно. То есть, типа, все, конец. Да. Вылезь мне опку.
Пираты Карибского моря, да. Будет запись. Я просто, мы просто где-то стоим, мол. У меня просто сейчас запущена запись. Да, я снимал, как ты пил. Начало ставишь, слышишь? Ладно, ну а с вами был Крипер и вот этот вот... No name. Человек-паук. Всем удачи, всем пока. Пока. Пока, ребят, короче. Ту. Ту.